Кем ты станешь, когда вырастешь? Этот вопрос хоть раз в жизни задавали каждому человеку. Астрономом, танцором, физиком все отвечали по-разному. С возрастом мечты корректируются в соответствии со спросом на рынке труда, модой и наличием бюджетных мест. В столице Чувашии завершилась приемная кампания 2016. 10 тысяч заявлений на более чем 1600 бюджетных мест, а это 8 человек на место. Такой конкурс в этом году был в Чувашском госуниверситете. В целом количество бюджетных мест увеличилось на 130. Наиболее востребованные направления и специальности. Конечно, это все медицинские. Лечебное дело, педиатрия, стоматология, устойчивый спрос сохраняется на протяжении последних лет. А заметно вырос интерес к техническим направлениям. Это энергетика, электротехника, информатика, вычислительная техника. Это строительство. Повышение интереса абитуриентов к этим направлениям объясняется, конечно, в первую очередь наличием высокооплачиваемых мест на высокотехнологичных предприятиях, в первую очередь, Чувашской республики. Надежда Карпова ни минуты не размышляла над тем, куда пойти учиться. Факультет энергетики и электротехники ЧГУ имени Ульянова давно привлекал девушку. Мне всегда нравилась физика и математика в школе, поэтому я сразу знала, что выберу именно техническую специальность. После окончания лицея я хотела продолжить обучение в родном городе, так как у нас в Чувашской республике хорошо развита электроэнергетика и много инновационных предприятий электротехнической отрасли, я выбрала факультет энергетики и электротехники. После окончания университета я хочу также остаться в Чебоксарах и работать на предприятии электротехнической отрасли. Азия, Африка, Латинская Америка, европейские государства и страны бывшего СССР. Абитуриенты из 38 стран мира желают получить высшее образование в нашей республике. Все это говорит о высоком уровне обучения, так что нам есть кем и чем гордиться. Кстати, в этом году абитуриенты в свои ряды принимают 12 вузов Чувашии на почти 3500 бюджетных мест. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 270. Вырос и средний проходной балл практически по всем направлениям. 68,5 средний балл ЕГЭ для поступления в ЧГУ имени Ульянова, 69 в ЧГПУ имени Яковлева, 51 в Чувашскую сельхозакадемию. Всего же в этом году в вузы Чувашии было подано более 15 тысяч заявлений на обучение на платной основе, а это более 7 человек на одно место. Сейчас завершаются и вступительные испытания на обучение в магистратуру. На это направление выделено почти 470 бюджетных мест, 316 на очную форму и 155 на заочную форму обучения. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.